Единственное, что скажу, что у меня на второй день семинара, Инна, я сама превратилась просто в трансформационную будку. У меня все гудит, жужжит, вибрирует абсолютно. Мне дочь говорит: мама, уши заткни. Ну как я говорю, уши заткнуть, если я всем телом все это чувствую. И вот после хождения по углям у меня вот это состояние усилилось во много-много раз. То есть если, допустим, ощущение у меня было определенного объема, то сейчас ощущение объема даже в сотни раз, наверное, больше. Потому что, в принципе, я уже границы не чувствую.